Серьезно? Да. Тебе все все абсолютно. Ну, все равно чем закончится эта херня. Я не могу так сказать. Почему? Ты же спокойна. Вот я тебе для чего. Ты? Для меня. Зачем мне? Да. Кто-нибудь есть? Чтобы ухаживать за тобой, чтобы дарить всего себя тебе, чтобы рожать детей, сыграть свадьбу. Никого нет. Жить всей семьей. Привет. Привет. Дом 2, да. Пока Димки нет. Да я что-то так на него подсела. Ну так. Не очень. Спасибо большое. Привет. Чего ты орешь? Иди сюда. Больше чая точно надо, чай себе сделать. Спасибо большое. Да, имбирь. Нет имбиря, только мед есть. Привет. Ой, долетели нормально, только ночью поздно, рейс был. Сразу спать легли. О, господи, девочки. Хорошо, не буду. Дом 2 это реально зло, да. Но я почему-то на него подсела. А я какими-то капаю. Ну, не пеносол. Я в Германии купила. Дом 2. Угу. Да, я дома. Угу. Наконец-таки. Да я что-то так не смотрела. Потом то одну серию посмотрела, то вторую серию посмотрела. А Димка вот пока на работе, уже домой едет, я решила выйти. Перископ, потому что что-то он уже нервничает, если честно. До скорой он уже вот написал на сообщение, что он едет. Не знаю, я пью и аспирин, и, короче, там все купила. Спасибо большое. Попугайчики, да, они, если честно, задрали эти попугайчики. Они так орут с утра. Вот. Они утром мешают. Нет, у меня прямые волосы, просто челка подстрижена. Вот так, чуть-чуть. Вот. Не любят. Да ничего мне ревновать. А, что за беременка лучше? Если месяц не были дома, ну, в овуляцию. Спасибо. Ой, я там вопросы пропустила. Можно еще раз повторить? Спасибо большое. Да, сегодня утром приходила, предлагала мне. Но она просто против таблеток. Она мне тут календулу... Ой, не календулу, а... какое-то варенье принесла. Зачем перевернуть? А, от себя перевернуть? Буду курить. Вот. Грудью буду. Я только пришла домой. Пришла, переоделась, разобрала вещи. И зашла сюда. Куда мне перевернуть камеру? Не понимаю. Да если, по-моему, как повезет, так и забеременешь. Как время придет, так и забеременешь. Спасибо большое. Что? Спасибо большое. Да, она вот прям вот в соседний дом.
и тишина. В основном с родителями, с мамой, да. Угу. Да, все хорошо. Да, но я сегодня в салоне была уже, маникюр делала. И шугаринг делала. На ногах и на руках. Вот. На Кузина смотрю. Я, если честно, из-за Кузина начала Дом-2 смотреть. Не молчите, ребят, поговорите со мной. Ладно, нормально общаемся. Ну, как взрослые? Ну, да, взрослые. Так. Помогать, да, да, мне и бабушка, и мама моя. Все, все будут помогать. Я думаю, что я няню не сразу буду брать. Выше парня, ну... Не знаю. Ну, если есть любовь, какая разница, кто выше, кто ниже. Главное, что вы любите друг друга. Авиалинии летали. Не знаю, если что. Ну, пражскими. Какими-то. Что-то я, если честно, не вникала. Я не люблю, когда вы молчите.